Всем привет! На связи Евгения. Сегодня мы напишем домашнего уютного кота гуашью. Для работы нам понадобится плотный лист бумаги, палитра, гуашь, кисточки, емкость с водой, карандаш, ластик, тряпочка или влажная салфетка. Возьмем карандаш и нарисуем три подушки и кота. Широкой кисточкой напишем фон. Желтым цветом сделаем кота. Первую подушку напишем голубым. Вторую синим. Третью коричневую. Пространство под подушкой пишем голубым цветом. Шерсть кота распишем белыми кругами. На фоне сделаем синие брызги. Сейчас напишем мордочку и обведем силуэт кота.
А теперь разбавим наш фон сердечками. И в завершение выполним декор подушек. Работа готова. Хорошего вам настроения!